Всем привет-привет! Сегодня нас ждет распаковочка косметички от Флакон совместно с доктор Circle. Наверное, как-то так. Смотрела корейского блогера, и она как-то называла Сьюракл, что-то такое, но это сложно на самом деле выговорить, но все-таки давайте оставимся на Circle, потому что это как-то хоть и неправильно, но зато можно хотя бы выговорить. Здесь у нас идет брошюрка. С задней стороны у нас идет описание этого санскрина, которое ждет нас чуть дальше в косметичке. Здесь не так уж на самом деле и много всяких средств, но все-таки хочется попробовать. Там есть некоторые средства, которые мне не подходят, но я о них расскажу чуть позже. Карточка как раз косметички с QR-кодом, что внутри. И вот такая вот здесь сумочка. Всю, к сожалению, не покажу. Здесь очень хлипкие такие ручки, но, возможно, с собой все-таки можно носить. Очень прикольно. Я, наверное, даже буду летом ее использовать, как именно сумку буду с ней ходить. Единственное, очень хлипкие ручки. И вот здесь застежка, все было перекручено, но я вроде как исправила это все. Посмотрим. Давайте заглянем внутрь. Начнем с кучи сашеток. Здесь их очень много на самом деле. Первый нас встречает крем. Это у нас крем с прополисом. Здесь всего 2 мл. Попробую. Этот бренд мне очень интересен, хочу попробовать довольно-таки много продуктов у них. Здесь они в целом все представлены, поэтому будем пробовать. Следующее, это у нас санскрин, как раз-таки вторая версия. Он идет в виде геля с центеллой азиатской. Тоже обязательно попробую в ближайшее время. Очень интересно. Еще один санскрин, это у нас идет уже с чайным деревом, вот такой вот сашетка. Тут вроде все по 2 мл. Пенка для умывания, да, пенка для умывания вот такая вот у нас. Здесь у нас эссенция с чайным деревом. Здесь у нас очищающее гидрофильное масло для глубокого очищения кожи. Крем с чайным деревом и еще один крем ночной с гиалуроновой кислотой. Знаю, что вот эта вот версия подходит именно для сухой кожи, потому что она прям супер увлажняющая. Дальше давайте начнем с того, что мне как раз не подходит и что я отдам подруге. Это у нас идет крем, лифтинг-крем с экстрактом клюквы и виноградной косточки. У меня, к сожалению, на клюкву аллергия, поэтому это средство уходит сразу подруге. И вдогонку вот такая вот эссенция, тоже она у нас идет с экстрактом клюквы и маслом виноградной косточки. Тоже у нас идет сразу к подруге. Не знаю, не пробовала, поэтому не могу сказать, хорошее средство или нет. После того, как она попробует, я обязательно поделюсь с вами ее вердиктом. Гель-крем с чайным, короче, с чаем камбуча. Здесь очень мелко все написано. Он дает глубокое увлажнение. Да. Для глубокого увлажнения обязательно попробую. Гель-крема мне больше подходит, так как у меня все-таки жирная, склонная к жирности в Т-зоне кожи, и поэтому мне они нравятся больше. Очищающий пенка, да, крем-пенка для глубокого очищения. По-моему, здесь у нас уже оно было, но ничего страшного. Попробуем с вами в каком-нибудь виде. Обязательно о ней расскажу. А вот этот вот тоник у меня уже есть, тонер, он идет густой, да, просто увлажняющий тонер, обязательно попробуем. Мне еще предыдущий надо попробовать, но до сих пор не попробовала. Вот эту вот штучку я очень хотела давно попробовать, она идет
Я нечаянно ее сейчас взболтала. Она идет двухфазная. Тут идет что-то типа кремушка, более густая и пенистая такая текстура. А снизу у нас идет как раз-таки эта вот эссенция тоника, она более жидкая. Нужно взболтать, чтобы все перемешалось хорошо, и тогда его наносить. Многие используют именно как тоник, но многие также еще наносят просто на ладошку и растирают по лицу. Поэтому попробую так и так. В ближайшее время я очень хотела купить ее полноразмерку, но боялась, что мне не подойдет из-за кожи, из-за типа кожи, точнее, что мне не подойдет, боялась, поэтому не покупала, а тут такая хорошая возможность попробовать миниатюрку и понять, нужно ли покупать полноразмерку или нет. Здесь у нас идет увлажняющий, очищающий бальзам, пенка. Тоже попробуем. Тоже миниатюрочка. Еще две миниатюрки у нас здесь. Вот такая вот малюсенькая сыворотка с прополисом. Если она будет более маслянистая, то тоже, наверное, уйдет подруге, потому что склонная к жирности кожа моя не любит такие вот маслянистые основы. Давайте, кстати, сразу попробуем. Может. Но нет, она как водичка, да. Ну, хотя такой жирненький след остается, но она очень быстро впитывается. Мне нравится. Оставлю себе, буду пользоваться. Тем более такая кроха, что надолго ее в любом случае не хватит, поэтому буду пользоваться с удовольствием. И с чайным деревом у нас еще одна умывашечка. Попробуем. И последнее, что здесь остается. Сумочку обратно поставим. Как раз санскрин, который я очень хотела попробовать. Он увлажняющий, подходит и для лица, и для тела. SPF 50+, куча еще плюсиков. И он еще защищает от UV лучей. В общем, он какой-то прям... Ой, он такой жиденький. Он довольно жидкий. Да, должен быстро впитываться, не будет оставлять белых следов, выбеливать кожу. По ощущениям очень классный. Да, он довольно такой питательный, что ли, потому что кожа прям такая более упругая стала с ним. Обязательно попробую в ближайшее время. У меня сейчас как раз есть санскрин на тестирование, но я думаю, буду их чередовать, чтобы побыстрее дать свою рекомендацию, свой отзыв по этому санскрину. Но его все очень хвалят. И вообще этот бренд очень много наград получал в Корее и в Европе его очень сильно любят. Поэтому попробуем обязательно. Сбоку вставлю, есть ли здесь выгода и какая она. Пишите, как вам? Всего одна полноразмерка на весь бокс, на всю косметичку. Конечно, хотелось бы, допустим, какую-то умывашку еще можно было бы получить. Но нет, как-то что-то грустненько здесь совсем. Куча пробников, которые можно получить при покупке в том же самом Золотом Яблоке, попросить у консультанта определенного бренда, чтобы он дал попробовать какие-то такие вот вещи. Ну, не знаю, как-то странненько, сложненько, но сумочка прикольная. Летом точно буду ее носить. Надеюсь, ручки выдержат. Все как всегда. Все у меня тут завалилось, поэтому пишите, как вам наполнение. Возможно, вы что-то из этого пробовали. Обязательно расскажите, как вам эти продукты. А я пойду сегодня как раз-таки попробую умывашку, как раз камбучу вот это попробую и сыворотку какую-нибудь. Крем, по-моему, здесь крема. Крем-гель еще есть как раз-таки тоже с камбучей. Вот как раз все сегодня и попробую заодно. Подписывайтесь на мой YouTube канал,
на мой телеграм-канал. Ставьте пальчики вверх этому видео. Пишите в комментариях, что протестировать первое. Вот, на сегодня все. Всем прекраснейшего настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.